У нас первое включение за долгие годы. Доброе утро! Мы тут, соблюдая карантин, встречаем свою подружку Асю. Сейчас папа выключится, секундочку. Ася на площадке. Я Асе рассказал, что вчера Татоша вчера изменял ей с Пумой. И что Ася сейчас, скорее всего, так же его погоняет, как его вчера гоняла Пума. Давай. Давай, Татоня, мы будем периодически включаться в условиях карантина. Сейчас пока у нас идет обследование площадки. Ну, в общем, мы не прощаемся. У нас экстренное включение. Мы уже возвращаемся домой. С Асей не получилось поиграть на площадке, но мы встретили еще одну свою невесту. У Татоши невеста полна. А Ася начала ревновать. Она с нами идет, Татошу провожает. Вот она. Вот, пошла на охоту на мышей. Ну ладно, привет. Басточка, давай мы тебя крупным планом для нашей мамы снимем. Вот так, а то мама уже давно ролики не смотрела про Татошу. Давай, иди ко мне, иди попрыгай на меня. Ну, давай. Ну, Татошу. Ну, Татошу. Ой, молодцы какие. Ну, ладно, всем спасибо, всем хорошего настроения. Еще у нас одно включение. К нам подключилась Джесси. Джесси, это подружка Аси. В основном Ася с ней играет. А Татоша только... Да. Макияж наведи, прическу. Вон они какие. Вон. И Баста он разыгрался. Туда-сюда. А Татоша не знает. Глаза разбегаются. Столько девчонок. Ой, молодцом. Прямо в камеру. Молодец. А это Татоша. А это Джесси. Джесси, не запутайся. Тихо. Вот так. Ну вот. Почти пришли домой и сразу такой шикарный ролик сняли. О-хо-хо. Ну все, идем. Смотри, вот это уже дело, прическа навел с утра. Да, все тебе... располагается. Смотри, да, она... пробор, почти а финский домик. А то. Ладно, всем спасибо за участие. Особенно всем голосам за кадром. Да. Всем большое спасибо. А у нас все скромные, поэтому в кадр... Только дети. Да, вот так вот. Всего доброго. Всего доброго. Это маленькое включение, как эпилог нашей сегодняшней прогулки. Мы же не можем к маме появиться не расчесанными, не вычесанными, не распушистыми. Это тоже не можем. Поэтому папа начесал своего любимца. И сейчас мы вот в такой красоте предстанем перед мамой. Слюни до сих пор текут от подружек. Вот так. Вот такой вот он у нас. Татоша. В режиме карантина.